Этот рисунок называется нейрографика. Кто-нибудь знает, что такое нейрографика? Не знаете? Смотрите, само слово нейрографика, оно состоит из двух слов. Это нейро, линия, и графа или графика пишу. Соединяем, давайте, слово, что получаем? Не только поделиться знаниями и опытом, но еще и провести урок так, чтобы дети точно его усвоили. 9 педагогов дополнительного образования Одинцовского округа приняли участие во втором этапе конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Педагог за 20 минут занятия должна показать себя, показать детям, которых она видит первый раз, свое объединение, то, чем она занимается, или он, педагог, и провести это занятие на таком уровне, чтобы ребенку захотелось прийти на занятие дальше. Это второй этап. Третий этап у нас будет защита педагогического креда. Андрей занимается художественным творчеством с детьми уже 5 лет. На открытом занятии показал, как поэтапно нарисовать снегиря. Приобщать к изобразительному искусству надо начинать с самых ранних лет, говорит педагог. Видел в этом себя, что могу проявить себя, могу принести какую-то пользу, передать свои знания детям, чтобы у детей развивать любовь к рисованию, к творчеству. Вот. И на сегодняшний день, по течению 5 лет, решил попробовать себя вот в этом конкурсе. Конкурсанты признаются, что каждый день идут не на работу, а служить детям. Любовь к профессии заставляет двигаться вперед и постоянно развиваться. Скоро состоится третий этап, после него жюри выберут победителя, который поедет на региональный этап весной. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».